Gracias. Muchas gracias. De nada. Dame esto. Aquí, venga aquí. Señora, venga aquí. Демонстрируется пение фламенко, танец, гитарная игра. Мода на кафе для пения начала распространяться по Андалусии, по всей Испании, начиная с 1842 года. Угу. Так-с. Буэнос, буэнос диас, сеньора. Буэнос тардес, сеньора. Ке? Тардес, тардес. Буэнос диас. Так. Во многом ее создавали богатые высшие классы Англии, которые прибывали на кораблях в Кадис или Гибралтар. Так. Без сомнения, если бы наши предки приближались к Испании старым путем через Пиренеи, локатно-романтическая Испания получилась бы на так немного иной. И андалусец с его кордовской шляпой, бакенбардами, короткой курткой и узкими штанами не стал бы типичным испанцем для стольких людей по всему миру. Нет? Бывают моменты, когда улыбке нужно исчезнуть с губ, а искра в глазах должна померкнуть. Именно такова, по моему ощущению, Севилья в июне, когда снова начинается... Не мешаю, все нормально? Мой бьен? Севилья в июне, когда снова начинается страстная неделя. И Саэтос опять опалят темноту, тогда это будет Севилья, о которой я читала. По-моему, мы так. А танцы будут? Ты, сеньора, я не entiendo. Как танцы по-испански? Байлар. А, си, си, claro, claro que sí. Сейчас? Да, ahora, ahora. Muchas gracias.
Что? Что она говорит? Что она говорит? Что она говорит?
Thank you.
Mi volata un
пожалуйста. О чем так торжественно и сурово разговаривают вот эти старики, сидя на стульях у дороги? Так. Это пронзительное «Ай!» и стон, который внезапно врывается из груди певца, пробуждают и выпускают на волю заснувшие во времени печаль и жалобы андалузской души. Поэтому невозможно услышать того, кто не говорит о смерти, о трауре и о кладбище. Oh,
знаешь, все равно послушай. Смотри, как спичка, чиркнув через миг другой, выбрасывает языками пламя, так вспыхнув, начинает танец свой. Она в кольцо зажатая толпой и кружится все ярче и пьяней. И вот вся пламя с головы до пят, воспламенившись, волосы горят, и жертвуя рискованной игре, она сжигает пламя на костре, в котором изгибаются, как змея, трепещущие руки пламенея. И вдруг она, зажав огонь в костях, его о землю разбивает в прах, высокомерно плавным величавом. А пламя в бешенстве перед расправой ползет и не сдается и грозит, но точно и отточенно, четко чеканя каждый жест она грозит, огонь своей отчетливой четкой. Лет? Мы лет. Oh,
Thank you.
y ponte tú en la cuatro esquina y dame tú de puñalada y no me digas que me olvidas y no me lo digas. Con el aire que tú llevas, que cuando vas a navegar y hasta el palo de la cola, ay, que tú te vas a amar. ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey!
Девочки, мы решили меня поздравить, видимо, сейчас. Thank you.
Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто пришел сегодня на наш концерт под названием «Кафе Тантанте». Это был такой импровизированный мини-спектакль с участием Веры Зотовой. Вера, где ты? Выйди, пожалуйста, на передний план. Нет, она, наверное, уехала. Да, у нее машина за ней приехала. А, вон она. Вера Зотова, актриса театра «Рамп». Спасибо большое. Также у нас участвовала сегодня в качестве Кончиты, да? Тебя так звали? Кончита? Кончита-Виктория Цанава. На гитаре у нас Максим Мельников, по-моему, сентре. Ксения Гордеевская. Танец. Ольга Долговская. На фиесту к нам сегодня выходила замечательная Бланка. Это преподаватель сейчас в доме фламенко фламенкерии Бланка. Все, спасибо вам большое. Спасибо, что вы пришли. Мне очень приятно в свой день рождения отмечать его здесь концертом. Давайте еще раз поздравим Машу.